Нож под брендом Ножемир, модель А152. Поставляется в обыкновенной белой картонной коробке. Нож полуавтоматический. Реализуется нож российским поставщиком, но страна происхождения Китай. В принципе, такое типичное в хорошем смысле китайское изделие. Недорогое и достаточно живучее. Нож полуавтоматический. Название «Омоль» может ввести в заблуждение, и кто-то может подумать, что это рыбацкий нож. В моем понимании, все, что связано с водой, с рыбалкой, либо с чем-то еще, должно как минимум плавать. Этот нож таким похвастаться не может. Так что, скорее бы отнес его к категории складных ножей для походов и прочего. На рыбалку, конечно, взять можно, но очень осторожно. Клинок ножа аналог российской стали 65Х13. Не ржавеет и отлично точится. Корпус рукояти клинка выполнен из металла, скреплен винтами, имеются деревянные накладки. Имеется предохранитель. Нож средних габаритов.